12-километровый участок дороги от Мирного до Ветки на Ленской Алмазной заасфальтируют к 2025 году. МОАТ заключил контракт с жизненного цикла с Управтодором Якутии. Это значит, рабочие не только отремонтируют трассу, но и будут следить за ее состоянием минимум 2 года после сдачи в эксплуатацию. Этим летом специалисты начнут отсыпать участок и заменять трубы. По нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» приведут в порядок и автодорогу Мухтуя от Ленска на 89-м километре до поворота на Тасюрях. Там дорожники отсыпят 12 километров трассы. Работы уже, в принципе, подготовительные начались. Мы сейчас начали готовить грунты в карьерах. И идет параллельное проектирование данного участка дороги. Работы начнутся в июне по вырубке лесополосы. Потом далее земляные работы и дорожную одежду закончим в августе-сентябре. Сдача объекта до ноября 2023 года. Чтобы выполнить все работы в срок, в МОАТ поступила новая техника. 40 самосвалов, катки, бульдозеры и экскаваторы. Их закупили по программе техперевооружения. Также МОАТ пополнится кадрами. В управлении ждут водителей, механизаторов, дорожных рабочих и инженеров.